пожар уже второй день не могут потушить в горах. Это вот вид с подъезда. Но я на четвертом этаже живу. Ой, на втором этаже живу, то не сильно видно у нас. У нас вчера начался пожар в горах. Горит лес, уже два дня не могут затушить. Ночью я там видео даже снимала, было видно с нашего дома прям. Это при том, что я на нижнем этаже живу. Все, дымом воняло. До сих пор сейчас все воняет дымом. Такой запах по всему острову. Пепел летает по улице. Вертолетами пытаются затушить пожар. Уже вот вторые сутки пошли. Очень много уже сгорело. Леса, животных погибло много. Там из гор был, утром был виден дым. Очень большой столб дыма. Запах дыма чувствуется. Короче, жесть. Пытаются затушить, но все еще никак не затушили. У нас еще ветер сегодня поднимается. Надеюсь, что этот ветер не раздует его еще больше. Вон, видите, даже дым видно в горах. Вот это пожар. Мы пришли на пляж сегодня, и вон видно, как аж дым палит с этой стороны. Вот это пожар. Что ты там смотришь? Пожар смотришь, да? Ай-яй-яй, да? У нас сейчас происходит прям чудо. У нас третий день пожар не могут затушить. И сегодня вон начинаться будет дождь, гроза уже на одной части Кипра началась и идет к нам. Надеюсь, что полностью затушит. У нас дождь бывает, не знаю, за лето, может быть, один раз за все лето. Это прям как Бог помогает нам. Начался дождь, сильный ветер. И очень сильно начала вонять дымом. Творится что-то страшное, честно сказать. Боже, тут что-то аж гремит в подъезде. Короче, я пошла домой, то мне аж страшно. Чтобы вам было видно, как колонит деревья и все остальное. Дай Бог, чтобы эта гроза затушила этот пожар и все. Наконец-то. А, страшно, я пошла. После дождя пожар потушили. Вернее, дождь потушил пожар. Смотрите, теперь чистое небо, наконец-то. За три дня без дыма. Пожар наконец-то потушили за три дня. Теперь небо чистое, воздух чистый, но все равно очень много леса сгорело. Очень много. Я уже видела даже фотографии, как показывают до и после. Капец, конечно. Много животных погибло. Ой, у нас тут от этой жары загорается за секунду все. Но также у нас после вчерашнего вот этого дождя, эта ночь творилось вообще что-то. Такая сильная гроза, гром. Деревья поломала, короче, поваляла. Тут Вэлли шел с работы ночью, говорит, шезлонги, все, зонтики летали в бассейне. Ну, это у нас такой ветер у нас, конечно, часто, но гроза это вообще у нас, я не знаю, за лето ее вообще не бывает. Если даже какой-то дождь, то может раз в ходу, раз за все лето покапать, но это вообще редкость. Обычно у нас так апрель, наверное, последний дождь, и потом уже аж в октябре начинается. Так что вчера это реально было чудо, как, не знаю, Бог помог затушить этот пожар. Но зато сегодня остался очень сильный ветер.